Всем привет! Сегодня получил вот такую вот посылочку. Это телефон Xiaomi Redmi 5, 2,16 гигабайта. Покупался на распродаже Алиэкспресса для племянницы. Давайте посмотрим, что же нам прислали. Вот в таком пакете. Здесь еще что-то прислали, какой-то подарок. Сам телефон запаян, все отлично. Такая небольшая коробочка. Вот Redmi 5. Пометки, что это глобал версия, есть она. Вот здесь пометка, что это глобальная версия. И напихали еще подарков каких-то. Вот айринг, то есть колечко, которое приклеить можно. И какая-то еще YouTube, Facebook, Xiaomi Home. То есть Xiaomi Home какой-то промо-материал. Ну, давайте сменим камеру и посмотрим на телефон. Вот так поближе материал и колечко. Давайте его откроем, сразу посмотрим. Ну, обычное здесь. В общем, ну, обычное колечко, подставочка на телефон, сувенирчик. Ну, приятно, потому что покупался он за $110, а продается сейчас 120-130 долларов. И то есть за $110 плюс подарок — это вполне отлично. В общем, основные характеристики смартфона, то есть 2,16 гигабайта, диагональ 5,7 дюймов с разрешением 1440 на 720. Батарея 3300 мАч, 3300 деленное на 3200, то есть, ну, между 3300 и 2200. Держит батарея активной работы от 6 до 8 часов, в среднем будет хватать. Камера задняя 12 мегапикселя, передняя 5 мегапикселя. Снимает видео в 720p. Экран емкостный. Процессор Snapdragon 450 и видеокарта Adreno 506. Эти характеристики, то есть процессоры видео, позволят играть в современные игры, ну, более чем комфортно. То есть и ближайшие там несколько лет, я думаю, что на все игры будет его вполне хватать. Итак, глобал версия. Смотрим, такая вот коробочка, в ней у нас чехольчик. Чехольчик, мне интересно, желтит или нет. Нет, беленький прозрачный чехольчик, потому что несколько последних там, по-моему, в 5А или в 4А, которые покупали, присылали, был желтенький. Вот, продавец вообще отправил быстро, посылка пришла там, не знаю, но очень быстро. Вот, телефон заказывался в синем цвете. Такой, камера здесь выпирает. Лоточек, мне интересно, так, где скрепочка? Мне интересно, как выглядит лоточек для симки. Тут можно вставить карту памяти вместе с... Ага, вот здесь аж в глубине, то есть под кабелем. Кабель микро-USB обычный. Вот, и здесь скрепка спрятана аж под кабелем глубоко. Причем это вытягивается, не вытягивается. То есть трудно его достать. Но мы попробуем. Немножко надорвал коробку. То есть, конечно, они в глубину засунули скрепку. Это, конечно, печально. То есть скрепка такая простая, проволочка. То есть, ну, кусочек металла не такой, не модный, обычный самый. Надоело им ухищряться с скрепками, поэтому сделали просто кусочек металла. Вот, обычный лоточек на 2 сим-карты или одна карта памяти, то есть, как и в предыдущих моделях. Наклеена транспортировочная пленка, немножко она вот здесь потертая, но это ничего страшного. Ну, и давайте посмотрим, попробуем запустить его. Он очень легкий, то есть он легче моего Mi 6, но больше. И давайте посмотрим. Так, 9 MIUI, русский, работает все очень быстро, без проблем. Так, снизу у него динамики и микро USB. Здесь лоточек,
Здесь инфракрасный микрофон и 3.5 выход, и качелька громкости и включение-выключение. Крышка несъемная. Вот, и что-то он долго у нас, загрузка приложений, долго что-то задумался. Ну давайте, пока он грузится, посмотрим на зарядку. Зарядка у нас, так, выход 5 вольт 2 ампера, обычная евро. Устройство готово к работе, и что мне сразу бросилось в глаза, это папочка с под названием Microsoft. Такого раньше у меня нигде никакой не было. То есть здесь предустановлены майкрософтовские приложения. То есть с Xiaomi, скорее всего, начали дружить. Так, доступно обновление, давайте сразу проверим и, наверное, сразу его и обновим. Вот, по поводу экрана, пока качается обновление, взял сравнить с LiEco, и экран, во-первых, больше, да, то есть по размерам они одинаковые телефоны, даже LiEco немножко больше за счет таких граней, и, но экран у Xiaomi больше, и за счет закругленности вот этих, да, то есть он округлен, и вокруг идет такая черная полоска рамочки, и это очень прикольно. То есть даже то, что он здесь белый, идет черная рамочка, и она закругленная, ну, очень красиво выглядит, мне очень приятно вот держать и смотреть на экран. Вот, наклеена защитная пленка, я ее сдирать не буду, потому что телефон покупался для племянницы, вот, и она уже сама содрет, но видно, что он сочный и качественный, то есть, ну, экран, приятно смотреть на экран, и за счет вот этих визуальных приколов, вот, мне даже приятнее смотреть на экран, чем у Mi 6, то есть, сейчас я его возьму и сравним. Для сравнения, Mi 6, вот, он по размерам немножко меньше, но и экран насколько, да, меньше, но он меньше, как бы, по сам телефон, он не намного меньше, да, то есть он меньше на где-то 10%, но здесь у нас есть клавиши, которых здесь нет, да, то есть управление, а здесь они на экранные. Вот, ну, немногим нравятся на экранные клавиши, вот, мне нравится этот, но очень-очень стильно, прикольно, и он тоньше, то есть даже если взять без чехла, вот, Mi 6, и мне кажется, он немножко тоньше. Mi 6 уже, но толще. Звук на максимальной громкости. Я не музыку, а видео сделал. Ой. И звук, вот колонка пришли, здесь динамик один. Полностью все распакую по очереди. И по очереди поставлю. То есть, если закроете этой стороной, то нормально еще. Здесь уже рассматривались. Вот так вот уже будет не слышно. А просто в виде распаковки, ну или если кто-то не смотрит. Камера фронтальная тоже очень неплохая такая, ну, мне как бы нравится. Получаются неплохие фотографии. Вот, и давайте посмотрим, блин, не привыкну никак, что кнопки здесь, так, и давайте посмотрим вторую, она вторая и настраивается неплохо, вот, фокусируется, и изображение четкое такое, сочное получается, то есть довольно-таки неплохая камера, вот. Шумов практически нет. Но это при том, что вот на здесь шумы есть, но на зеленом фоне. Но вот на оранжевом хорошо снял он. На зеленом, конечно, заметно. Но все гладко, без крупных пикселей. То есть все отлично. Ну, как по мне.
долго грузится обновление, 11%, мы находимся прям под роутером, 1.5 гигабайта, ну 11%, то есть видать какого-то медленного сервера китайского тянет, потому что у меня на Mi 6 обновление гигабайтовское скачивалось там, не знаю, ну, минут за 5, здесь мы уже минут, наверное, 7 сидим, а ну, всего 12%, вот по 1% где-то в минуту. Может, ну, 2%, но быстрее пошло немножко. То есть, скорее всего, виноват, да, 14%, то есть, виноват, видать, сервер. Итак, обновились, MIUI 9.2.7.0, версия Android 7.1.2. Обновление системы безопасности январь 2018 года. MIUI Global 9.2. Вот. Вот такая вот у нас получилась распаковочка. Телефон реально прикольный, отличный, современный. И недорогой. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок.